Виктория Юрьевна, в нынешнем межсезонье в баскетбольном клубе «Провинтей» появилось новое направление – женская команда. С первых шагов создания и развития этого проекта можно сказать, что он будет такой же амбициозный, как и мужская команда? Ну, время покажет, а мы будем стараться все делать для этого. Команда сейчас пополнилась уже 8 баскетболистками. С точки зрения главного тренера, охарактеризуйте, пожалуйста, их с точки зрения игровых достоинств. Во время игры можно будет оценить их игровые качества, но, в принципе, у нас девчонки все такие мастеровитые. Две у нас более опытных такие девочки, это Киселева и Дубровина, которые в свое время тоже были в составе сборной Украины, поиграли. И поиграли много за рубежом. Вот сейчас они к нам возвращаются и будут играть за наш клуб. Остальные 5 девчонок, они у нас сборницы Украины по разным возрастам. И пока 2 самые молодые девчонки и плюс американка Кишуна Джеймс, которая индивидуально очень сильная и амбициозная девочка. Будем стараться лепить команду. Ну, насколько я понимаю, у Оли Дубровиной и Киселевой были перерыв в карьере. Насколько им тяжело будет вернуться к своим прежним кондициям? Ну, девчонки уже с мая месяца работают по индивидуальным графикам. Поэтому мы их знаем как очень мастеровитых девчонок и девчонок таких с характером, которые всегда работают. Поэтому, я думаю, не будет труда вернуться особого к нужной форме. Виктория Юрьевна, с учетом того, что это абсолютно новая команда в клубе, хотелось бы для наших болельщиков, чтобы вы немного рассказали о себе в плане игровой и тренерской карьеры. Ну, о себе что рассказывать? Родилась я в очень спортивной семье. И, в принципе, я родилась в Днепродзержинске, когда у меня папа футболист, мастер спорта, а мама мастер спорта по баскетболу. Родилась и первый год жизни провела в Днепродзержинске, потому что папа играл за команду мастеров по футболу за Днепродзержинск. В свою очередь у меня, начиная еще с дедушки, тоже футболист еще до войны и после войны защищал ряды нашей команды «Сталь», которая участвовала еще при Советском Союзе. Мама и тетя у меня тоже мастера спорта по баскетболу, защищали команду «Сталь». Были в свое время сначала тетя, потом мама капитанами команды. Но, к сожалению, у нас в то время город был закрыт, поэтому в сборную Украины они выехали только один раз и только в Болгарию. Я начинала, в принципе, ну, тренировалась, закончила 5-ю спортивную школу. И свой тренерский путь я начинала работать с мальчиками, а потом с мужской командой. Дальше перешли на девочек. Ну, в принципе, много воспитанников и неплохих воспитанников. Поэтому так, сейчас будем работать в «Прометее». Виктория Юрьевна, хотелось бы задать вам вопрос, не относящийся напрямую к баскетбольному клубу «Прометей». Как бы вы оценили сегодняшнее состояние женского баскетбола в стране? Какие команды, по вашему мнению, будут задавать тон в предстоящем чемпионате? Ну, сейчас федерация делает очень много турниров. Количество команд растет, поэтому мы думаем, что в скором времени у нас скоро появятся много молодых перспективных девчонок. А насчет команд Суперлиги, баскетбол он же непредсказуем. Каждая команда хороша по-своему, то есть турнир будет интересен.